Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакура, это игра под названием Stranded Deep. Итак, что у меня сегодня по плану? По плану у меня сегодня постройка дома. Значит, все, что я имею, это бинокль, два фонарика и весло. Но здесь рядом есть корабль, который надо облутать. Сбегаем, посмотрим, что там есть, и приступим, значит, к строительству. Все будет, конечно же, подрезано, потому что... Я так посмотрел, здесь очень много идет вещей на то, чтобы построить там фундамент и так далее. То есть очень много придется рубить деревьев. Вот, и не путайте летсплей с обзорами и гайдами. У меня идет именно летсплей, то есть я как сел, я так и играю. Я не смотрю никаких там обзоров там на эту игру и так далее. То есть я сам во всем разбираюсь. Ну и, соответственно, прочитал то, что вы писали мне в комментариях, поэтому у меня уже есть молоток. Попробуем разобраться, как с помощью него строить. Сейчас надо сплавать сюда вниз. Скорее всего, здесь есть какая-то, может, пробоина в нем, и мы сможем попасть вовнутрь. Да, вот она. Замечательно. Здесь у нас дверь. И здесь у нас, опять-таки, фонарик. А это что? Ух ты, мачете, ни хрена себе. Так, надо воздуха, воздух. Воздух, иди ко мне. Сейчас мы захлебнемся просто. Так, еще желательно, чтобы покугла сейчас не приплыла и не кусила нас за что-нибудь интересное. Так, давай. Ну, вообще какой-то кошмар здесь. Текстуры эти просвечиваются, хрен поймешь, где что есть. Вот, еще один сундук, и что там? Ага, у меня место в инвентаре закончилось. Хорошо, тейп, это понятно. Давай вот этот шкафчик, что здесь? Что это? Весло и зажигалка. Зажигалка у нас должна объединиться. Так, давай еще раз вздохнем, потому что что-то мне кажется, что меня уже дамажит. Да, довольно-таки глубоко эта лодка. Давайте сплаваем еще разочек. Еще раз глянем, что там есть. Мачете я взял. В принципе, это все, что здесь нужно. Фонарик мне не нужен. Так, здесь ничего не взять. Ага, эти двери открываются. Посмотри. Угу. Так, а что здесь? Так, вроде больше ничего нету. Ну хорошо, не суть. Мы нашли мачете, которое, в принципе, нам должно помочь в постройке дома. То есть сейчас проверим. Должно же оно, по идее, рубить деревья и все остальное. Может быть, у него даже прочность будет побольше, чем у топора. Сейчас сравним, посмотрим. Так, мачете. Вообще какая-то сабля. Какой-то мачете. Так. Но бьет он довольно-таки медленно. Давай, давай, давай. Сейчас мы его срубим и посмотрим, сколько у него хп. Ну вообще, еле-еле отнялось здоровье у этого, прочности у этого мачете. Ну и замечательно, хорошо. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас тут, ну какой-то, может там ящик есть? Есть. И что внутри? Ага, еще одна изолента. Так, ну хорошо, это мы все разберемся. Итак, все, погнали строить, значит, дом. Место для дома будет вот именно здесь. Я думаю, это очень подходящая будет площадка. Весь этот лут я уберу. Вот, сделаем его, скажем, ну, на 4-6 фундаментов. И посмотрим, что у нас получится. Уже стемнело, и я думаю, мне пора сейчас будет поесть. Потому что сколько у меня там? Нажимаем левую кнопку, у меня не хватает 2 единиц. Надо разжечь костер и, наверное, поймать рыбку. Сейчас я, значит, возьму несколько стиков, притащу, чтобы мне там не трогать свои деревья. Я нарубил довольно-таки много бревен, поэтому я надеюсь, что мне их на что-то хватит. Как минимум на 4 хотя бы фундамента. Так, устанавливаем костер, я думаю, здесь. Зажигаем его. Отлично. И дропаем, наверное, бутылку с водой и пошли охотиться на рыбу. Так, где у меня копье-то? Надо его выделить. Так, будем надеяться, что эти рыбешки где-то поблизости, чтобы мне на акулу-то не нарваться. Ну-ка, нырни. Нихера уже не видно. Так, что это? Что это? Это не то. Это какая-то тень была. Так, рыбешки.
Вы где? Жрать хочу. Краб. А вот, есть что-то. Стой. Стой. Стой, рыбина. О, поймал. Отлично. Давайте попробуем пожарить и посмотреть, сколько же этих ячеек у нас заполнится после того, как мы ее съедим. Я думаю, ее пожарить надо. Интересно, а на копье он его будет жарить? Нет, не жарит. Ну ладно, забираем, выбираем и дропаем. Отлично. Рыбка начала жариться. Так, что у нас с водой? С водой у нас все в порядке. И ячейка еды еще одна отнялась. Так, вот столько вот я бревен нарубил. Я надеюсь, что нам этого хватит. Хотя бы на что-то первоначальное. А также отдельно у меня лежат верхушки пальм, которые у нас пойдут, я думаю, на крышу. Возможно, они еще идут на стены. Так, готова рыба. Иди сюда. Как ее подобрать? Вот. Ага, как яблоко он у нас, как обычно его ест. Так, давай смотреть. Нисколько не прибавилось. То есть нам надо как минимум, наверное, три рыбешки съесть или там двух крабов, чтобы у нас хотя бы одна ячейка поднялась. Хорошо, давай попробуем вот этот вот кокос разбить. И выпить его. Посмотрим, что будет. Так, смотрим. Вода у нас пополнилась на всю, а еда у нас не пополнилась. Следовательно, эти кокосы не сытные. Так, ну все, я пойду рубить на стике вот эти вот бревна и увидимся позже. Готово. У меня есть очень много стиков. И теперь мы возьмем с вами молоток. Видите, у нас подсвечивается голубым. Давайте посмотрим. Мы можем делать фундамент. Хорошо, теперь надо выбрать место под него. Но я думаю, что это у нас дело все будет так. Он не может здесь поставить, потому что тут лежат объекты. Хорошо, начнем. Видите, мы можем контролировать высоту даже. Это здорово на самом деле. Ну давайте, наверное, сделаем его вот таким вот. Так. Теперь еще. Видите, как много стиков все-таки забирается. Так, сюда он почему-то не может поставить. Ему что-то препятствует. Давай еще сюда. А скорее всего весь этот лут. Сейчас мы его отнесем, уберем. Чтоб он здесь не мешался. Так, что тут еще? Бинокль. Тоже не надо. Веревка. Это все сюда пригодится. Так, это у нас осколок камня. Так, давай. Вот так. Во, замечательно. Давай следующий. Делаем. О, как хорошо. Так. Давай посмотрим. Это мы сделали на 4. Давай попробуем к морю сделать. Типа небольшого пирса такого. Так. Давай поближе. Все. Во. Замечательно. Вообще классно. Хорошо. Теперь мне надо еще нарубить деревьев и закончить наш фундамент. Все. Доделываем, значит, наш фундамент. Уже рассвет настал. Так. Ну-ка. Можешь запрыгнуть нормально? Вот такой вот у нас получился фундамент. На самом деле, вот на такой вот небольшой домик нужно очень много ресурсов. Хорошо, вот здесь вот, я думаю, надо поставить еще один фундамент. И сюда мы с вами сделаем вход. Надеюсь, что у меня все выйдет довольно-таки быстро. Так что пойду еще добуду дерево. Я думаю, что мне надо еще поесть, пока костер еще не прогорел до конца. Так, дропнем его. Так, давай-ка, краб, иди на жарку. Но все равно краб здесь глючит. Даже были вот обновления, а все равно здесь глючит. Он упорно не хочет лезть в этот костер. Во, отлично, все, оставили его, пускай жарится. На что, кстати говоря, я еще обратил внимание. То есть, самое выгодное, это срубать очень длинные пальмы. Потому что вот такие вот пальмы дают всего один бутлок. То есть все очень реально, все соответствует. Здесь только верхушку мы сможем взять и вот одно бревно. Поэтому пойду-ка я срублю длинную пальму. Так, с едой у меня вообще проблемы. Костер прогорел и краб наш не дожарился. Но у меня, тем не менее, горит кэмпфайр. Может, мы сможем его еще раз зажечь? Нет, нельзя.
Окей, придется строить новый. А что это с крабом? Мне показалось, что он клешню дергал. Да, такой, да, Бонни. Жесткий краб. Так, ну, значит, мне придется сейчас костер новый разводить. Так, костер готов, но я не могу его установить на то же место, поэтому желательно, я думаю, вдали от дома ставить костры, чтобы они не мешали, если вы будете расширять свой дом, скажем. Я поставлю свой костер вот здесь. Теперь краб, ты у нас не дожарился, поэтому мы сейчас тебя положим. Вот так вот замечательно. А, надо бы еще одного краба долбануть и еще одного, чтобы у нас побольше было еды. Так, краб, извини, я тебя, по-моему, переборщил. Слишком много раз тебя ударил. На самом деле, не знаю, можно их облутать как-то таким образом или нет. Там добыть из него крабовое мясо или еще что-то. Так, мы можем вообще на костер поместить до двух крабов. Они, видишь, мешают друг другу. Не, нормально такие, покачиваются вдвоем. Все у них в порядке. Ну, вроде как жарятся. Пускай жарятся. Так, а нам надо продолжать срубать деревья на то, чтобы сделать фундамент и попробовать сделать лестницу. Так, это у нас верхушка. Иди сюда, не мешайся. Ага, еще одна верхушка, тоже не мешайся. Так, надо перетащить отсюда стики будет. Вот, вот эту пальму буду срубать. Так, у меня раздался второй щелчок, значит у нас два краба готово. Давайте попробуем их съесть и посмотреть, сколько же нам дадут этих два краба по еде. Так, готовый краб, готовый краб. Берем, смотрим, сколько у нас. Очень плохо все с едой. Так, я съел двух крабов, и у меня как раз две, по-моему, поднялось этих полоски. Хорошо, значит, пока у нас костер прогорает, мы пойдем с вами еще лутанем крабов. Надо еще этот разбить, кокос. Что у меня там с водой? Ну, кстати говоря, вода, как ни странно, очень медленно отнимается, хотя я трачу довольно-таки много энергии. Здесь, наоборот, должна вода быстрее отниматься, чем еда. Так, еда, иди сюда. Смотри-ка, он с одной тычки умирает. Нормально. Сейчас, нам главное, чтобы не было, как в прошлой серии, я умер от того, что у меня часы там пикали. Теперь я хоть знаю, что это. Молодцы, что сказали мне по поводу того, что надо еще и левую кнопку нажать на этих часах, ни за что бы не догадался. Что еще надо щелкать на этих часах, чтобы они переключались. Так, краб, подвинься. Не, ну посмотри, очень неудобно, очень неудобно. И мне еще написали, что если я найду ведро с водой, я смогу его прикрепить к этому костру. Это было бы, наверное, намного проще заниматься жаркой, варкой этих крабов и так далее. Было бы очень здорово его найти. Но пока что у меня нету такой возможности. Скорее всего, надо ее куда-то плыть. Да, крайне неудобно. О, нормально, оба жарятся. Так, ну а мне надо тащить бревна сюда и продолжать их расчекрыживать. Так, мой топор сломан и нож тоже сломан, поэтому мне надо крафтить срочно новый. Так, у нас приготовился один из крабов. Вот этот готов, этот не готов. Будем ждать, пока они оба дожарятся и съедим их. Так, куда я побежал вообще? Мне... Ага, замечательно, у нас еще оба краба готовы. Так, кушаем их и смотрим. Ну, замечательно, замечательно. Как, по-любому получается, что выжить здесь хоть не особо нет проблем. С водой у меня точно нету проблем. Как кокосов очень много. Крабы везде ползают, и за рыбешкой, в принципе, можно и не плавать. Вот, если, конечно, я еще не пробовал акулу убивать, можно ли с ней что-либо сделать? Так, а, картошка. Ну, давайте попробуем картошку, действительно, пожарить ее. Ну-ка, с печи, точнее. Так, забираем. Еще хорошо, что здесь еда, ну, заново вырастает, скажем так. Так, так, так. Теперь давай жарить ее. Очень неудобно, очень неудобно. Возможно, картошку как раз варить надо в этом ведре. Давайте один оставим картофель и посмотрим, щелкнет он у нас или нет. Будет он у нас готов. Так, а я пошел, значит, делать себе новый топор. У меня тут веревка где-то была как раз. По-моему, я ее оставлял где-то здесь. Да, вот она. И вот у нас лежит камень. Так, остался стик.
А стик мы отсюда заберем. Иди сюда, стик. Замечательно. Здесь главное, чтобы ничего не пропукалось, никакого оружия ближнего боя тем, чем можно добывать. Иначе вообще печаль будет. Так, давай делать фундамент еще один. Ага, сюда не крепится. Возможно, не крепится вот... Ой, все рассыпалось. Возможно, не крепится из-за этого. Из-за того, что нам мешал... Блин, тем нам стик мешает. Ну, ё-моё. Полежите здесь. Так, во, замечательно. Отлично, мне нравится. Не знаю, как вам, а мне нравится. Так, теперь, насколько я понял, здесь, чтобы строить другие части, надо рядом с домом все это дело сооружать. Саппорт. Это у нас пилар. Ага, отлично. То есть, смотрите. Сейчас, уберись. Вот так вот я не могу с ним ничего сделать, со стиком. Как только я его подношу к дому, он у нас активируется и делает нам саппорт. Замечательно. Вот так вот. Здесь у нас будет вход. Все хорошо, все идет как надо. То есть, видите, насколько много надо материала. В принципе, это очень выглядит реалистично. То есть, ну там считается, там считается, столько же палок надо, сколько мы и потратили на этот фундамент. То есть, все очень здорово. Но, тем не менее, на это очень много терпения вам потребуется, потому что, ну, времени много тратится на все это. Так. Отлично. Так, значит, мне надо еще попробовать сделать... лестницу. А еще лестницу делать, наверное, также из стиков. А, но еще нужна веревка. Надо все это будет сейчас выяснить. Но для этого мне опять-таки надо сходить и нарубить дров. Начался дождь. Он довольно-таки громкий. Погодные условия ухудшились. Я не знаю, чем они на меня повлияют. Где моя картошка? Нет, ребятки, она не приготовилась. То есть ничего с ней не случилось. Ее можно есть просто так. Смотрим. Смотрим. Так. А зато она неплохо подняла мне еду. Ладно, надо идти рубить и переждать этот дождь. Непогода еще больше разбушевалась, плюс еще настала ночь. Стало очень темно. И зажигалка у меня... А, нет, загорается, загорается. Я решил все кокосы перенести сюда, чтобы можно было ходить в одно место и собирать и купить. Так, дождь у нас, значит, прекратился, и я разобрался. Вот, мы можем поставить ступени. На это надо 6 веревки и 5 стиков. Так, вот она как у нас устанавливается. А как у нас вообще она может устанавливаться как-то выше? Скорее всего, это надо забраться будет на сам фундамент и уже там определиться. Вот так, все, у нас вот начало уже конкретно положено. Остается дело за стенами и потолком. Вот, поэтому сейчас мы будем расставлять еще эти саппорты. То есть пилары. Так. Сейчас мы это дело все установим. Кстати говоря, на что я обратил внимание? Я когда ставил вот этот вот костер, он не мог поставить его на камни. Следовательно, он не сможет его поставить на фундамент. То есть мы не сможем как-то костер разжечь там, внутри своего шалаша. В принципе, это, если бы мы костер там развели, наверное, пожар бы какой-нибудь там начался. Места-то здесь нету под костер. Хотя хрен его знает, может, можно как-то его крафтить. Вот, но тем не менее, я не смог его установить туда. Так, значит, вот наш запас кокосов какой. Довольно-таки обширный. Это меня радует. А с едой проблем нету. Там картошка уже выросла. То есть все нормально. С голодом мы не умрем. Так, куда здесь ставить? Надо по краям сначала. Так, теперь все. Вот, установили мы пилары. И теперь нужно разобраться с тем, как там надо скрафтить стены и потолок. На это уже дело, я так понял, идут у нас листья пальмы. Поэтому сейчас разберемся. Надо дождаться утра. Так, настал, значит, новый день. И я что-то не совсем... А, да, мы туда плавали. Надо, кстати говоря, сплавать туда еще раз, проверить. Может быть, здесь как-то спавнятся эти вещи. То есть, там, может быть, другие какие-нибудь вещи будут лежать. Или те же самые. Я бы, например, от мачете еще одну не отказался.
Давайте сплаваем и посмотрим. Акул вроде здесь нигде не видно. Так. Нырнем. О, как солнце там просвечивает. И я на самом деле не помню. Я тут поверху-то вообще ходил. Сейчас мы попробуем забраться сюда. Так. Может быть, здесь что-то лежит у нас? А, сундук. Мы здесь его открывали. И... Так, пустой. Хорошо. Давай попробуем опять в пробоину в эту залезть. Посмотрим, может быть, там что-нибудь заспавнилось. Так, рыба. Нет, здесь ничего нету. Тут фонарик. Тут у нас... Давай тейп все-таки подберем. Угу. Что здесь у нас? Весло очередное. Но я не знаю, зачем здесь еще одно весло. Возможно, оно теперь ломается. То весло. Так, вот это что? Не открывается. О, что это? Не знаю, что это. Что-то с топливом связанное. Все, надо выплывать, я задыхаюсь. Так, все, поплыли. Значит, мы убедились в том, что там ничего абсолютно заново не спавнится. Может быть, должно пройти больше времени, но насколько я знаю... Так, переключить. Второй день у меня идет игровой. В принципе, этого должно было хватить. Меня что-то опять мотает. Со мной акула, что ли? Нет. Ее бы слышно было, вот это бульканье страшное ее. Так, что вот это такое? Это двигатель. Это какой-то генератор. Давай посмотрим. Сейчас его... А его вообще можно использовать? Так. Не понимаю, что это такое. Написано топливный танк. Ой. Ну-ка. 2 из 4. 2 из 4. Не понимаю, 2 из 4 двигателя. Он может использоваться в крафт. Классно. Ладно. Об этом мне, пожалуйста, напишите, что это такое и с чем его едят. Значит, так, мне надо пальму дотащить оттуда. Я ее срубил. А где она, кстати говоря? Где-то здесь я ее срубал. На берегу. Надо ее дотащить до места строительства. Я эту искал. Юку. А что, она исчезла, что ли? Я не понимаю. Или это она лежала здесь? Где? Нету ее больше, она исчезла, получается. Вот этот поворот неожиданный. Так, ну ладно, значит, дальше давай, надо еще рубить. Надо еще рубить. А, вот она. Все, пошли со мной, родимая. Надо тебя там распиливать. Замечательно. Что-то у меня пальма на самом деле заканчивается, это не есть хорошо. Так, значит, я здесь оставил материал. Сейчас попробуем эту верхушку разделать там наверху, чтобы нам это все дело не таскать, не перетаскивать и так далее. И посмотрим, сможем ли мы сделать что-то из этой верхушки, из листьев. Так, теперь выбираем молоток и стена. Руф, это у нас потолок. А, слушай, нормально. Так, стена, давай. Вы посмотрите, вот это красота. С двух сторон она выглядит одинаково, то есть с передней и задней стороны этой стены нету. Со всех сторон она одинаковая. Так, замечательно, замечательно. Так, еще одна стена. Хорошо. А, давайте, наверное, вот здесь вот надо нам поставить 2 пилара, чтобы у нас здесь стены вставали. Хорошо, замечательно. Так, а здесь почему ты не встаешь? А, встаешь. Замечательно. Так, ну и все, давай ставься. Замечательно, все, хорошо. Вот мы и разобрались. В принципе, ничего такого сложного-то и нет. Так, ну что, давай строить стены. Так, давайте посмотрим, как у нас выглядит потолок. А, потолок у нас никак не выглядит, потому что мне нужно поставить пилар. Хорошо. Давай поставим пилар. Где у нас тут саппорт? Вот он. Так, теперь руф. Во как. Вообще класс, ты посмотри. Вот это четко сделано. Так,
А почему? Только саппорт? А, понятно, потому что у меня кончились опять стики. А что же мне делать-то? Мне получается надо ждать спавн по острову стиков, чтобы сюда их таскать. У меня кончились пальмы. Вот здесь еще лежат, конечно. Сколько тут? Одна. А это уже верхушка. Один ствол только есть. Так. Видите, стики здесь спавнятся, это хорошо. А пальмы что-то ни хрена не растут, я хочу вам сказать. Потому что вот еще одну пальму, слава богу, я нашел. Вот еще одна пальма. А остальное чисто пни, видите? И на них ничего не растет. То есть никаких маленьких там пальм не появляется. Например, как картошку срубишь, там это маленькая появляется. Маленький куст этой картошки, типа он растет. Так же, как и юки, а пальмы что-то не спавнится. Ну ладно, надо нарубать еще. Так, значит, я еще натаскал бревен, сколько смог. А, значит, надо еще расставить саппорты. Так, поставим его вот здесь. Это, по идее, все у нас. А, вот еще здесь же на вход я хотел два поставить, чтобы у нас здесь стенки шли. Так, давай это сделаем. Так, один вот стик. Так. Все, теперь перетаскиваем вот это все дело туда наверх. И начинаем дальше строить. Так, накидываем. Конечно, от количества предметов, разбросанных по острову, начинает немножко проседать FPS, идет какая-то нагруженность. Так, ну давай, наверное, руф продолжим строить. Так. Ага, вот тебе, пожалуйста, закончились эти. Сейчас мы их быстренько нарубим. Так, готово. Значит, две верхушки я разделал. Теперь дропаем все это дело сюда. Так. Давай молоточек. Четыре стика. Ага, вот. Больше всего идет у нас на потолок. Я хочу вот сюда попробовать поставить и хочу посмотреть, как это вообще будет выглядеть. Я думаю, это будет выглядеть здорово. Так. И. На, и опять саппорты. Какого хрена? Опять нужны стики. Видите, все быстро очень заканчивается. Что-то меня этот двигатель вообще, я на него смотрю как на неведомо что. Как его использовать? Я тут до этого находил канистру, возможно, там надо его заправить как-то. И он будет нам что-то давать. Так. Стена. Видишь, надо, приходится выходить наружу, чтобы нормально все это дело поставить. Вот, замечательно. Ну и как это выглядит? Ну, довольно-таки неплохо, неплохо. Так, здесь мы отлично проходим, ничего не цепляем своей башкой. Это тоже хорошо. Так, значит, опять у нас все дело упирается в стики. Че, пойду гулять по острову, собирать палочки. Что у нас, кстати говоря, с едой? Так, очень плохо. И с ХП у меня почему-то все очень плохо. Кто-то меня, похоже, все-таки дербанил, когда я плыл к той лодке. Это не из гуд, болеть нельзя. Так, значит, пойду, добуду себе еды опять. Крабики, идите сюда. Вы у нас такие сытные. И съем я вас сегодня с картошечкой. Я думаю, вы будете не против. Так, уже вечереет. Краб там наш все еще жарится. А я продолжаю строить. Вот я уже, в принципе, допродолжился строить. Опять мне не хватает материалов. И краб у нас уже готов. Замечательно. Ну, давай, картошечка, поехали. Так. И краб. И смотрим, что у нас из этого вышло. Ну, я практически сыт. Это неплохо, осталось разбить кокос. И выпить. Итого у меня все в порядке. Все, у меня остается только одно. Я еще раз повторюсь, пойду собирать по острову палки. Но для этого, кстати говоря, мне бы пригодился фонарик. А где у меня весь лут, который я дропал? Вот в чем вопрос. Вроде где-то здесь должен лежать. Да, вот он, фонарик. Вот таким образом и пойду искать стики. Да, Хьюстон, у нас проблема. Я не нашел ни одной палки. Вот, поэтому мне, похоже, придется плыть на другой остров и лутать там эти палки. Следовательно, мне придется разгружать весь свой инвентарь.
чтобы, скажем так, забрать оттуда как можно больше. Я надеюсь, что я не заблужусь, я буду держать какой-то определенный ориентир, мне нужно сделать новый себе топор и собирать эти стики прямо к себе в инвентарь. Довольно-таки сложно, я не ожидал, что так будет все сложно. Я думал, что здесь все-таки они будут резаться, эти палки, потому что я их находил довольно-таки часто. Вот, поэтому нам надо взять, нам надо найти наше весло, которое должно где-то здесь лежать. Если его нету, то придется плыть. А, вот оно, все нормально, никуда мне не придется плыть. Значит, я отъелся. Вот, но у меня почему-то 4 палки здоровья, ну, не хватает, и оно никак не поднимается. Это меня немножко напрягает. Поэтому надо ждать, пока рассеется туман, и будем держать курс на какой-то остров. Так, ну все, отчаливаем. Я вижу вот там вот довольно-таки много деревьев вдалеке, поэтому будем надеяться, что нам хватит тех ресурсов, которые там будут. Поплыли туда. Кстати говоря, очень плохо, что вот эти вот деревья не лутаются. Их вообще не срубить, ничего с ними не сделать. Зачем они здесь растут, вообще не понимаю. Лучше бы все в пальмах было, да? Все, я доплыл до этого острова. Я бы не сказал, что здесь довольно-таки много древесины. Мне главное оставить лодку так, чтобы она была направлена на наш дом. Чтобы я не заблудился. Так, давай посмотрим, что здесь есть. Выбери топор. Кстати говоря, эти топоры у меня объединились. Видите, он показывает мало хп у первого топора, но зато у второго топора оно полное. Так, это довольно-таки удобно. Так, бочка у нас пустая, а вот это вот я что-то как-то прошел мимо. Здесь по-любому должен быть сундук. Мне бы чтобы что-нибудь найти, то, что меня бы вылечило. Я был бы несказанно рад, потому что как-то опасно ходить, когда у тебя 3 хп. Так, ничего пока что нету. Вот здесь еще что-то есть. Какая-то бочка. Нет, просто бочка. Хорошо, давай весь остров обойдем. Вон еще какое-то судно. Надеюсь, что мы что-то полезное найдем. Я бы хотел найти на самом деле ведро, чтобы попробовать посмотреть, что будет. Нет, ты посмотри, здесь никакого сундука нету. Не везет, не везет. А вот это что у нас? Ну давай, порадуй уже сундуком. Тоже ничего абсолютно нету. Мне кажется, я тогда воды наглотался, когда глубоко нырял. Вот опять меня что-то подергивало. ХП вроде нормально. То ли это баг какой-то, то, что меня дергает. А вот это что, подожди. Нет, это ничего. Это просто щепки. Так, а вот это что? Это у нас просто камни. Ясно, я ожидал от этого острова намного больше на самом деле. Очень обидно, очень печально. Ну хорошо, будем здесь, значит, набирать ресурсов и поплывем обратно домой. Так, все, я вот срубил 3 длинных пальмы. Давайте попробуем, значит, все это дело я сейчас разобью. И посмотрим, насколько у меня заполнится инвентарь. Я надеюсь, что у меня влезет еще. Мне надо найти сейчас юку, чтобы сделать на всякий случай веревку. Вдруг у меня топор сломается, я за этим делом не услежу. Это очень будет для меня печально, если у меня сломается топор. И я ничего не смогу, у меня же с собой ничего не было. Картошка. Картошка это хорошо, она поможет нам поднять еду. О, отлично, юка, иди сюда. Ну давай, не стесняйся. Все, у нас есть 2 веревки, отнесем их туда, где наша лодка, чтобы они лежали, и мы были спокойны, что мы сможем нормально налутать ресурсов. Так, все довольно-таки печально, у меня больше не влазит, то есть у меня влезло 2 пальмы, вот, а третью начал разбивать, и у меня ничего не влезает. Хорошо, давайте попробуем, значит, дропнуть сюда наш топор. Посмотрим, как он себя будет вести. Так, забираем оставшиеся стики. Так, берем весло. Ну, сколько у нас тут получилось? 16, 24, 28 стиков у нас получилось. Но это на самом деле очень-очень мало. Так, ну давай, как ты у нас с топором себя будешь вести? Так, мне надо плыть вот на тот остров.
Да, непонятно, как это все ведет. Ну, доплыть, в принципе, можно. Что у меня с едой, водой? Нормально все. Здоровье у меня не отбавляется. Так. Ну все, короче, давайте поплыли обратно домой. Так, слава богу, я не ошибся островом. Вот наш дом. Я удачно доплыл. И меня это несказанно радует. Но я потерял свой, судя по всему, топор. Похоже, он все-таки выскочил у меня из лодки. Я имею в виду, когда лодка у нас плывет, то предметы в ней все перемещаются постоянно. Вот. Но ничего. Топор это не так страшно. Мы скрафтим новый. Зато мы принесли много ресурсов. И это тоже меня очень сильно радует. Все-таки столько стиков должно, по идее, хватить на то, чтобы завершить начатое. Так, а что у нас с едой и водой? Ну, в принципе, все терпимо, и у меня 3 дня, как я выживаю. Сейчас настанет 4-й день. Вечереет. Так, солнце уже село. И встает у нас луна. Так, ну хорошо, все. Значит, я сейчас скрафчу топор. Возьму молоток свой. И надо нам разрубить ветки от пальмы, чтобы продолжить строить. Так, все, продолжаем строить стены. Так, еще стена. Все-таки стиков довольно-таки много уходит. Это очень печально. Я думаю, что мне придется опять плыть на тот остров и набирать еще стиков. Это будет довольно-таки сложно. Так. Давай. Стена. Но мы уже... Ага. Так. Сейчас еще надропаем. У меня все есть. Все нормально, все в порядке. Так, стена. Все, ребятки, вы посмотрите. Мы закончили полностью стены. Теперь остается нам только заняться крышей. На крыше у нас также идет 4 стика. Все, стики у нас закончились. Вот так вот придется... Теперь я даже не знаю. Я либо поплыву на тот же остров, либо мне надо выбрать какой-то новый остров. Вот, но для этого мне надо хорошенько подкрепиться, скрафтить костер. Я уже, кстати говоря, не смогу, поэтому мне придется, наверное, кокос выпить и съесть картофеля. Так, что у нас? Значит, 4-й день. 2 на 2. Ну, в принципе, нормально. Все, ждем рассвета и плывем. Так, я решил все-таки ночью отправиться, пока видно острова, возьму направление и поплыву. Скорее всего, я попаду на тот же остров, где мы с вами только что были. Но я бы, кстати говоря... Не, лучше на проверенный остров сплаваем. Я думаю, что посвящу отдельную серию для того, чтобы... Ну, назовем ее «Путешествие по островам». Посмотрим, что находится на каждом острове. Ладно, все, я поплыву. Итак, все, мы с вами снова доплыли до этого острова. Так, но я так обратил внимание, что здесь объекты исчезают, потому что здесь у меня лежали пальмы. Их больше здесь нету. Прошло где-то 12 часов игровых. Я не думаю, что они так быстро должны исчезать. Но, тем не менее, их тут нету. Ну что ж, приступаю опять к сбору стиков. Так, все у нас готово, и пора отчаливать, поэтому я выкидываю свой топор, собираю все эти стики и поплыл обратно домой. Зато мы вернемся не под вечер. Так, у нас опустился туман, и это не есть хорошо, я потерял свой курс. Мне, наверное, придется здесь пережидать, что у нас с едой и водой. Довольно-таки... Я бы сказал, плачевно, половина еды. Это не есть хорошо. Поэтому мне придется... Хотя, в принципе, вот, у меня по этой надписи идет направление на остров. Давайте попробуем, я рискану доплыть. Я вижу какую-то баржу, судя по всему, она затонувшая. Но я не хочу туда спускаться, потому что сейчас акулы у меня начинают разворачивать мою шлюпку. Это нехорошо. Так, вот она, по-моему, повернулась на мой остров. Ну, видите, баржа довольно-таки большая, там, скорее всего, и лута много. Но обязательно потом к ней вернемся. Так, я вижу, виднеется какой-то остров. Но я не совсем уверен, что это мой остров какой-то, он слишком маленький. Но, по крайней мере, он ближе всех. Получается, направление-то у меня было. Давайте проверим, я надеюсь, что это все-таки наш остров.
Так, туман уходит. Замечать. Да, это наш остров. Посмотрите, вон справа. Разбитая эта лодка. Мы приплыли домой. Слава богу, я думал, мы заблудились. Так, все, наконец-то земля, наконец-то суша. Все, вот наш дом. Все в порядке, мы добрались. На самом деле-то я немного очканул. Ой, а что это все желтое? А, это у меня выделяется. Так, ну что, давай достраивать. Так, пошли за молотком. Вот на самом деле, когда вот так вот он спрыгивает и немножко его хренит, мне почему-то кажется, что у него хп от этого отбавляются. Но тем не менее, у меня держится... А, 4, смотри, у меня вроде выросло хп. У меня вроде было 3. Так, 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 так. Руф, давай. Отлично. Так, еще. Так, все, нам не хватает пальмовых листьев. Так, ну это не страшно. Сколько нам осталось? Нам осталось всего лишь 2. 2 потолка, ребятки. И наш дом закончен. Мне это несказанно радует. Так, у меня здесь была веревка, по-моему. Что у меня так? Только молоток. Вот мачете мой. Сколько у него нормально еще хватит. Так, ну пойду рубить верхушки. Так, готово. Все, я нарубил. Продолжаем с вами строить. Так, как-то у нас клеится-то будешь. Ну давай сюда сразу приклеить. Так, руф. И вот так. Все, ребятки, неужели, неужели мы закончили? Давайте посмотрим на это дело со стороны. Вот такой вот у нас маленький шалаш, такой вот маленький домик. И на него было затрачено у нас, так, 4 дня, ну, считай, что 5 дней. Это довольно-таки долго. Тем более мне пришлось плыть на другой остров аж 2 раза, чтобы добыть там ресурсы, поэтому... Если вы начнете где-то отстраиваться, то я вам рекомендую сначала выбрать остров и посмотреть, чтобы там было много древесины. Вот, возможно, эти деревья все-таки будут вырастать, только им надо очень много времени на это. Еще вот, на самом деле, я не знаю, можно ли здесь дверной проем сделать. Если его можно как-то сделать, то обязательно мне напишите, чтобы наш дом был тогда уже до конца закончен. И мне пришла такая мысль в голову. Я думаю, что залекаться здесь можно, то есть поднять своих хп, построив кровать. Если мы поспим ночью, у нас будет подниматься здоровье. Но это мое предположение. Вот, ребятки, на этом все. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.